Здравствуйте! Сегодня я вам расскажу про мою любимую книгу «Человек-амфибия», которая была написана Александром Беляевым. Он намного опередил свое время, и его идеи по этой книге и по другим его книгах используются в голливудских фильмах, например, «Аквамен». Не знаю, если вы его смотрели, но вы можете сначала прочитать эту книгу, потом посмотреть. Мне она очень понравилась, потому что она очень интересная и захватывающая, потому что все герои и события связаны очень прочной сетью. То есть нету героев или событий, которые отдельно там болтаются непонятно где. И очень мне понравилось то, что я очень люблю биологию, эта книга как раз про то. И всем, кто любит фантазию, книги фэнтези, книги научной фантастики, биологию или любую науку, это понравится вам, обещаю. И мой любимый герой — это Ихтиандр, главный герой, Человек-амфибия, который очень храбрый и мудрый. А мой самый нелюбимый герой, то есть он антигерой, это Педро Зурита, который очень злой и ненавистный. Когда вы прочитаете про его поступки, это прям вызывает злость. У меня вызвало очень злость. И эта книга всем подойдет, и это хорошая книга, чтобы начать читать, и эта книга привьет вам любовь к чтению. Спасибо, до свидания.